на каком месте закончит целиком сезон. Ну, а разве это то, что останется без Мидори, но в этом позе мяч после удара Романа Иванина по ногой. Страшного, и удар приняла стенка, мяч крутился и закрутился в угол. Кажется, уже капитан, а вот здесь ошибка. Мне кажется, пока игру можно назвать равной. Момент! Стрельцов! На шляпника вот это опасно. Вот это опасно. Ох, сейчас Алексей Степанов посмотрел на наставников. Иванин, перевод хороший. Туда быстрее. Или с левой ноги. О! Ах, Петросян. Сыктывкарцы сегодня были сильнее. Они больше создали моментов.